Я уже начал. Чё как, зрители? Это Гагатун, я начал запись. Я тоже начал запись, я выложу первый. А чё мы... Ты спавнишь себя. Да. Окей. Сейчас зря я это сделал на самом деле. Сейчас я такой. Пам! Хитрый ход. А? Почему? А, окей. Не ожидал Юзи такого поворота событий, а? Раз у нас такое дело, то как бы пам. Смотри, кто выше тебя, ну. Ну давай построим тогда пирамидку какую-нибудь. Пизанскую башню построим. Ну и сейчас ты входишь, все взрывается, все, конец игры, давай следующий раунд. Сейчас посмотрим, как оно распойдет. А, да ты ж Кенни Вест, да? Ты Кенни Вест там? Да, я Кенни Вест. А ты доктор кто? Я все в 3D вижу. Но... Ты вот даже не смотрел, что за хрень. Доктор Пенис ходит первым. Ну ты ходишь первым, потому что ты игру создал. Так, ничего страшного, ты сейчас эту башню опрокинешь, мне кажется. Ты понимаешь, что ты себя похоронишь? Ненормальный! Ненормальный! О, что? Все выжили, смотри-ка. Мы и все стоим так же, как стояли, так и стоим, как нам как бы... Нет, не всем. Так. What the hell? И я сейчас сказать... А, у него бинты такие у всех. Как ходить? No, no. На стрелочке? Так, That doesn't smell very good. Doesn't smell very good at all. I think... Burn, baby, burn! Ну за что мне все это? Ай, мои черви стоят такие. Why are you doing this to us? Кстати, если это прокрутить мышка, то видно все названия. Сосиска. Да. У меня Ванька, Станька, у тебя Чирик. Сморчок. Большой Степа. Ну, собственно, понятно, где мы черпали вдохновение в этих никах. Я не могу даже выбраться из этого дерьма. Что за хрень? Так. Я такой стою, типа такой, смеюсь. Что ты хочешь сделать? Ты что сделал? Я турель поставил. Что это? И кого она убивать будет, интересно? Тебя. О, господи. Так. О, фак. Стоим на месте. I'm dead. И ты сейчас меня вместе с собой соберешь. Оу. Что турель взорвалась? Все, что ли? И ты стань? Waiting for player. А еще кто выигрывает? Ты или я? Ну, аптечка. А, я выиграю. А, я сейчас хожу. Так. Смотря что ты сделаешь, конечно же, в данном ситуации. А, у тебя еще там персонаж остался? А зачем тебе микрофон, скажи мне? Не микрофон? Now, nigga. Но я как бы... Я же Кенни Вест. Я дам тебе закончить. Ты сейчас что, меня подорвешь и свалишь отсюда? А я так и понял, блин. Ну ты не улетишь, у тебя топлива мало, спорим. Ну это Сася урон нанес. И ты своих еще и вынес. Все живы. Ну одного только разве что. А тут снизу. А стоп, я всех убил! Да, ты всех их убил. В общем, ты как бы спасибо, что играешь за меня. Я не знаю, что бы я без тебя делал. Мне всего-то нужно билипусечку тебе отбавили, что за говно? Так, я сейчас найду... А чем мне тебе, может быть, мне тебе... Чё там? Чё делаешь? Да фак, ты подлетел чё-то... Я сам этого не ожидал, как ты подлетишь. Rest in peace, brother. Ванька, Станька и Хиромант остались живых. Мы победители. Это вражеских червяков статистика. Я как бы стою такой на троне, не понимаю, что ты делаешь. Ну ладно, идем дальше. Членсы. Но не надо этого... Ох. Ты решил меня затопить с самого начала, да? What the fuck? Нет! Только не утоните! Нет! Нет! Что за... Чё? Они живы? Да, они могут дышать под этой водой. Их выкинуло на сушу. Ну все, щекотун, тебе сейчас как бы угадай, где окажется. Понял? Понял. Хиромант тоже ни при чем. Он просто хиромант.
Посмотри на его лицо, он даст тебе закончить. Не надо его трогать. Видишь пальчик? Видишь пальчик? Смотри. Да, я вижу пальчик. Оп. Ну и ладно. Слушай, он дышать может под водой. Он же хиромант. Ты чё думал? Они задерживают дыхание. Хиромант, ты намного способный. Что ты хиромант, то твоя граница твоих возможностей лишь ограничена твоим воображением. Ну 3D вода зато. Большой Степа у тебя. Она тебе на башку капает. Большой Степа вытерпит все. Нет, ему конец. Нет, Большой Степа! Доктор Пенис такой, смотришь такой. Твой доктор Пенис, видно, очень рано умер в прошлой игре, я его даже не видел. Так, стой, там какая-то хрень? Ну как бы. Верь мне, я доктор Пенис. Если я двинусь, то сейчас капец будет. Да может быть и не будет. Are так, you окей. Still there? Как бы говорит моя пушка. Не-не-не-не-не. О, тут уже так не поиздеваешься. Ох, нет! Нет! Как бы кричит сморчок. Ой, бачок, пока! Хиромант, спаси! Не, ой, сморчок, нет! Скатился. Нет! Нет! По-моему, было весело. Боже мой, у меня слезы на глазах. Я не могу на это смотреть. Знаешь, что я с тобой за это сделаю? Знаешь, что я с тобой за это сделаю? А хрен знает, я сам не в курсе. Чирик. Я вот так сделаю. Снайперские винтовки будешь стрелять со стороны. Хуясь! Что? Нет! Он чё, его братушку превратил? Что за фигня? Что за... А, окей, what the fuck? Окей, what the fuck? Я не знаю, что сейчас происходит, но... Ну как бы норм. What the fuck? Я вообще не понял, что... Я не знаю, что эта херня делает, я её увидел, я её использовал. Я думал, она тебя унесет куда-то в пространство. Сосиска не убежит далеко. И чё с твоей турели случилось? Его не стало. Камикадзе зачем ты использовал? Потому что не было нечего терять. Пробирку отправил. Да. Ты меня в одно яичко отправил, понимаешь? Я тебя в градусник отправил. И что ты будешь делать теперь? Что ты будешь делать теперь? Копай вниз, да. Ну, ну вот. Лол. У тебя все равно 37 секунд. Да ну нечестно. Столько труда понадобилось, чтобы тебя туда засунуть, а ты взял и просто. Щекотуна, оставь покоя. Он всего лишь хочет. Ему просто нравится подмышки. Он любит щекотать людей. Щекотать пятки. Но... Окей. Ты что за херня? Плавай! Мы такие. Ну а сейчас градусник, смотри, зальется к своей температурой. Я думаю, что вся хватит. Оружие не будет под водой работать. Какого хера? Воу! Ты что, мафия что ли? Да, ты связался не с теми людьми. Не надо было связываться с щекотуном. Он тебя пощекотал своим УЗИ. Щекотун gonna die now. Как это он gonna die? Он не gonna die, он всех переживет еще. Стой, ты единственный, кто не остался? Ох, да. Дерьмо! Давай, и воду прямо. Тупая турель. Не надо списывать мою турель еще. Я думаю использовать, знаешь что? Я думаю использовать. Не-не-не-не-не. Нет, нет, я знаю, что это нет! У нее не хватит мощности. Но до тебя она долетит. Нет, нет, нет. Вот. О боже, это было близко. Но одного я утопил ведь. Одного я утопил. Да, одного. Ты почти его утопил. Не, он мертвый. Он не жив, он мертвый, он утопился. Стала сосиска. Как так? What the fuck? Нихера себе, ты ассасин. Я тоже охерел. Ай! 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 У тебя башка просто бьется.
О, мне дали ачивмент. Окей. Команда XXX, у меня членцы. Членцы. Ну, окей. Не просто членцы, потому что это очень рисковый ход. Нет. Рисковый ход. Но он того стоит, ветер. У тебя ветер собьет. Ветер слишком слаб. А, вот там. Нету здоровья, понял? Это было намеренно все. Уничтожил здоровье противника. Конечно, ну да. Ну да. А вдруг там... Почему у нас всегда эти чайки на заднем плане? Я не знаю, я вроде не ставлю их, они все равно появляются. Тупые чайки. Говночайки. На одном человеке меньше. Подвинься, тварь! Хироман! Ну! Толкнуть, ну тебя в жопу. Я тогда сделаю вот так вот. Как-то вообще неудачно. Неудача вообще. Просто неудача. Я не думаю, что ты доберешься до Щекотуна. Между нами города, города. Я хотел по эпику, знаешь, прыгнуть. Большой Степа оказался. У него были большие амбиции, но маленький мозг. Да просто фигач! Окей, вот видишь, вот так вот он был сам на. Что за херню? Она не выдержала! Она сама отцепляется! Ладно, мне, наверное, время мне рисковать, иначе ты сам себя перебьешь. Я саботерская. Раньше, чем я сделаю это сам. Спокойно. Твой уже готов. Спокойно. Что, сэр? Вы хотите, чтобы я умер? Пусть сделано. Что? Что, прыгнуть в воду? А, мне нужен трос, окей, вот сделано. УЗИ. Хорошо, сейчас я... В этот раз я точно доберусь нормально. Ну чё, большой Стёпа, время. У меня одна веревка осталась. Это сейчас или не... Окей. Что это за фигня? Окей. Этот звук, этот пулюм, когда он утонул. Не, веревка здесь офигенная. Че ты шапочку-то одел? Да ёб твою мать. Сейчас, так, ветер какой, ветер. Это похоже на сперматозоида Дауна, который не может. На, окей. А, ветер дует, ветер дует. Ну, в общем, игрок Useless убил всех своих червей. Черв Гагатон просто выиграл. По дефолту. У тебя most friendly kill 4, как бы, всех червей, собственно. О боже мой.